сегодня готовим кабачковый хлеб. Муку просеиваем сразу в дежу кухонного комбайна. Добавляем соль, корицу, мускатный орех, соль и соду. Где-то грамм 240. Уже вкусно пахнет. Сахар и коричневый, и обычный сахар. Чашку сахара, 300 грамм сахара вместе, 2 яйца, экстракт ванилина, чайную ложку, 2 чайные ложки, перемешиваю, чашку растительного масла, перемешиваю, натираем цукини, где-то грамм 300, да? Молодых цукини. И поджариваем слегка и рубим крупной крошкой орехи. Грецкие и пекан. 250 грамм. Все перемешиваем. Соединяем сухие продукты с влажными, яйцо, ванилин, сахар. Как медовое тесто, да? Красивое, пахнет вкусно. В это время можно включить духовку на температуру 180 градусов. Можно добавить немного лимонного сока. У нас тут органик лимонный сок. Добавляем орехи и кабачки. Вмешиваем всю массу. Смазываем противень маслом. У нас такое на распылителе. С распылителем растительное масло. И выкладываем тесто в подготовленную форму. Выравниваем поверхность. Форму, если она не тефлоновая, можно выстелить пекарской бумагой, сбрызнуть маслом. Кончики, чтобы торчали. Удобнее будет вынимать. Выравниваете поверхность. Все. Духовка нагреется и ставим в духовку. Духовка согрелась, нагрелась, накалилась до 175-180 градусов или 350. Ставим на средний противень и выпекаем в течение часа. Можно проверить готовность с помощью деревянной палочки-шпажки.
осталось 12 минут до часа. Пирог приподнялся, проверяем его. Пропекся или нет? Пропекся, нет. Чуть-чуть только тесно. Ну, еще 12 минут. Надо увеличить огонь, чтобы сверху была корочка красивая, коричневая. Закончилась выпечка. Замечательный получился хлебушек. Огненные перчатки у нас. Какой красавчик. Палочка сухая. Бумажка нам помогает. Помогает бумажка хорошо вытащить легко. Все. Остынет. И будем пробовать. Орешками. Как вкусно пахнет. Испекли мы каравай. Вынесли на улицу, чтобы быстрее остыл. Ой, хочется попробовать. Ну, он горячий. Чтоб белки не съели. Накрыли зонтиком для тортика.